Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу о католичестве. Вернее, не о церкви католической как религиозном институте, а о тех особенностях католического вероучения, которые отделили католицизм от вселенского православия. Я вам расскажу о том, как возникли эти особенности вероучения, чем они были обоснованы, как это исторически произошло и как нам к этому должно относиться. В конце концов, кто для нас католики? Братья во Христе или еретики? Итак, первое, что разделило Западную Церковь от Восточной, это догмат о филиокве. Филиокве — это латинское выражение «и сына», в переводе «и сына». То есть в символе веры, где говорится о том, что Дух Святой исходит от Отца, католики добавили «и от сына». Вот мы открываем Священное Писание, 15 главу Евангелия от Иоанна, и здесь слова самого Спасителя. «Когда приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Дух истины, который от Отца исходит. Так сказал Спаситель. Католики добавили «и от Сына». Почему они так поступили? Они изменили тот символ веры, который был зафиксирован Вторым Вселенским Собором в 381 году, который они же подписали, и решение Вселенских Соборов, запрещающее изменять формулировки веры, они нарушили. Произошло это от того, что в это время в Испании была очень актуальна борьба с арианами. Ариане, напоминаю, не признавали божество Иисуса Христа. И вот для того, чтобы подчеркнуть достоинство Спасителя, что Сын Божий равночестен Отцу, католики и внесли такое положение, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. Современное католическое богословие говорит так, что можно символ веры читать и без добавления филиокве, можно и с добавлением филиокве. И понимать его, это филиокве, нужно так, что Дух Святой исходит от Отца в плане ипостасных свойств Духа Святого. То есть Он исходит от Отца. Но в мир посылается через Сына, и поэтому в этом смысле и от Сына. И вот они сейчас вот такую как бы поправку, такое разъяснение этому догмату дали. Но тем не менее, исторически именно этот догмат послужил первой трещиной, первым отличием западного христианского вероучения от того, которое мы наследовали у апостолов и от Христа. И, конечно, именно в этом, прежде всего в этом, греко-византийская церковь и обвиняла латинян западную римо-католическую церковь. Второй догмат, который усугубил раскол церковный и, в общем-то, который зафиксировал это филиокве, как бы его подтвердил своим авторитетом, это был догмат о примате римского папы, то есть о первенстве, о том, что римский папа — глава церкви, наместник Христа на земле, что он является наследником Петра, апостола Петра, а потому, поскольку он преемник Петра, то он и должен возглавлять церковь. Обосновывают они это словами Спасителя из Евангелия от Матфея 16 главы. Когда Господь спрашивает учеников, за кого Меня почитают люди, то ученики отвечают, некоторые, Господи, за Иоанна Предтечу, другие за Илью, некоторые за Иеремию или кого-то из других пророков, а вы, говорит Господь, за кого Меня почитаете? И тогда Петр от лица всего апостольского сообщества говорит, ты есть Христос, Сын Бога Живого. То есть он исповедовал веру в Него как Христа, как Сына Божия. И Господь в ответ на это Его исповедание, на эти Его слова отвечает. «И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Вот на этом камне, который есть Петр, Я создам церковь Свою. И вот на основании этих слов Спасителя, что якобы церковь стоит на Петре, а римский первосвященник, он преемник Петра, потому что первый римский папа был рукоположен Петром, апостолом. Вот на основании этого и строится доктрина о том, что главой церкви является преемник Петра, римский папа, на нем стоит церковь. Кто не с папой, тот схизматик, то есть раскольник, тот ушел из церкви. И впоследствии потом еще было и
уже догматирована непогрешимость папы, когда он учит, как римский первосвященник экс-кадедра, то есть как римский первосвященник учит о вере или нравственности, о вере и благочестии. И вот отныне римский папа выше соборов, именно он утверждает решение соборов, именно он имеет право провозгласить новый догмат, который должна принять вся церковь. Потому что кто не с римским папой, тот не с Петром, тот и не со Христом. Вот так рассуждают католики. В чем здесь ошибочность этого учения? В чем здесь уязвимое место? А дело в том, что там, где Христос назвал Петра камнем, на котором будет стоять церковь, здесь же, в этой же главе, чуть-чуть ниже, Христос вдруг Петра называет сатаной. Послушайте, как это было. Когда Господь сказал о том, что ему должно идти в Иерусалим и там пострадать, то Петр сказал: «Господи, да не будет этого с тобою». На что Христос ему отвечает: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Если понимать в первом случае буквально, что на Петре стоит церковь, то тогда давайте и здесь будем понимать тоже буквально. Христос называл Петра сатаной. И тут возникает явная какая-то такая, ну, неувязка, какое-то такое явное противоречие. Причем это в одной главе, это все в одной беседе происходит. Это как бы один контекст. Почему так Христос называет его то камнем, на котором будет стоять церковь, то сатаной, отойди от меня. А дело в том, что Христос похвалил в первом случае не Петра, и не его объявил камнем, на котором будет стоять церковь, а он сказал эти слова о исповедании Петра. То есть как Петр исповедовал Христа? Вот на этом исповедании, которое твердое как камень, и этот камень в этот момент этим камнем явился Петр, то есть он явил это исповедание, этот камень продемонстрировал Петр. Вот Господь и говорит, вот это исповедание, что я Христос и Сын Бога Живого, и будет основанием церкви. А дальше Петр проявляет человеческое рассуждение. Человеческое. По-человечески говорит: «Господи, да не иди в Иерусалим. Ну, мы тебя любим, Господи, нам не хочется тебя потерять. Нам жалко, что это может произойти. Да не будет этого». И тогда Господь ему отвечает: «А сейчас ты говоришь, в тебе, говорит, плоть и кровь. Ты говоришь то, что мне сатана говорит. Не ходи, не исполни то, ради чего ты пришел в мир. То есть ты пытаешься меня отвратить от моего призвания, от того вообще, для чего я пришел в мир, чтобы пострадать и умереть на кресте. Ты, Петр, сейчас говоришь не Божье, ты говоришь сатанинское». И вот в первом случае не Петр камень, а в первом случае исповедание Петра есть камень. Во втором случае не Петр сатана, а то, что Петр сказал, это было сатанинское, это было плотское, это было то, что дьявол бы желал, чтобы Христос не совершил. И поэтому, когда Петр это сказал, Христос ему говорит: «Отойди от меня, сатана». Вот такое объяснение этого места. Далее, следующим аргументом о том, что преемник Петра — это именно римский папа, и именно поэтому он глава церкви, на основании вот этого неправильного понимания, неправильного истолкования Евангелия, служит то, что римские епископы приняли рукоположение от самого апостола Петра, который был основателем римской церкви. Но здесь возникает вот какая коллизия и какая неувязка. Дело в том, что апостол Петр был основателем не только римской кафедры, не только римской церкви. Он был основателем и церкви в Антиохии. И первый епископ Антиохийской церкви по имени Евод, он был рукоположен тоже Петром. Петр в Риме рукоположен Лина, Анаклета, Климента. Кстати, Климент Римский — это наш крымский святой, чья глава почивает в Киево-Печерской лавре, и частичка мощей в нашем монастыре святого Климента в Ингермане, вот в пределах Севастополя. Это наш крымский святой. Он умер здесь, у нас, в Херсонесе, мученически пострадал за Христа. Он был рукоположенный самим Петром. Так вот, смотрите, Петр поставил там епископа в Риме, Петр поставил епископа в Антиохии. Почему же римский епископ должен быть главой церкви, а не антиохийский? На этот вопрос никакой католик вам не ответит. А если ответит, то он совершенно верно заметит
то, что потому что Рим был столицей Римской империи, а не Антиохия. И вот отсюда следует следующее, что раз достоинство римской кафедры зависит именно от того, что она столичная, то дело здесь совсем не в Петре и не в камне, и не в том, что Христос ему преподал быть старшим из апостолов, и ему дал всю власть, и сделал его основанием церкви и своим наместником. А дело просто в том, что римская кафедра — это была столичная кафедра. И поэтому всегда к епископу Рима, к архиерею Рима отношение христиан во всем мире христианском было особое. Этот человек, который возглавлял римскую кафедру, он был самый достойный, ну, возможно, надо так понимать, самый авторитетный поэтому. И, конечно же, исторически сложилось так, что все провинции Римской империи, где были уже церкви, они все всегда обращались в Рим за разрешением сложных вопросов, за решением споров, и авторитетность римского первосвященника практически почти никогда не оспаривалась. Хотя были такие моменты, например, решение Карфагенского собора, который собор запретил обращаться за спорами в Рим. И этот собор, кстати, был во времена блаженного Августина. Что, кстати, никак бы не могло случиться, если бы во времена блаженного Августина римского первосвященника считали главой церкви и его авторитет ставили выше всего по той причине, что он преемник Петра. Итак, мы видим, что римский первосвященник имеет только первенство чести, а не первенство благодати. Потому что по благодати равен ему и епископ Антиохии. Ну и еще вот что интересно. Дело в том, что аргумент о том, что Петр основал римскую церковь, он тоже не бесспорный. Апостол Павел пишет послание именно к римлянам, в Рим пишет, что я не полагал, он пишет, я не строил на чужом основании. Посмотрите, какие у него были слова. Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Посмотрите, в соответствии со словами апостола Павла, он старался не благовествовать там, где уже известно имя Христово, чтобы не строить на чужом основании, на том основании, которое уже другой апостол создал. А ведь Павел пишет и благовествует римлянам. Из этих его слов можно сделать вывод, что именно Павел был основателем римской церкви. Нет, конечно, Петр там тоже проповедовал. И я даже не знаю, может быть, Петр и больше проповедовал. Мне это неизвестно. Я только знаю, что Павел больше написал. Больше оставил письменных источников своей проповеди. Большую часть Нового Завета, скажем прямо, написал именно Павел. И вот поэтому, хотя Петр и был как бы старший от лица апостолов, его Христос часто выделял, кстати, он и Иакова, и Иоанна Богослова особо тоже выделял, но Петр часто отвечал за всех апостолов, как бы олицетворяя мнение апостолов, часто от лица апостолов говорил Петр. И поэтому, вот как бы, если Петр даже и основал римскую церковь, то ее же основал и апостол Павел. И Павел тоже был основателем Римской церкви. Надо так понимать, надо полагать, что было так. Более того, апостол Павел однажды выступил с критикой Петра. Задумаемся над этим моментом. Ну, Петр с язычниками вел себя, как и проповедовал, говоря о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Но когда на горизонте появились иудеи, то Петр стал стесняться общения с язычниками для того, чтобы иудеи его не объявили тем, что он осквернился, потому что для иудеев общаться с язычником это было осквернение. И вот Павел сказал Петру, что это есть некое лицемерие. С язычниками ты ведешь себя правильно, как полагается, потому что мы, христиане, знаем, что раз язычников Господь принял тоже в церковь, то гнушаться их не следует. А с иудеями ты себя ведешь как иудей. Уже язычников как бы стыдишься. И вот Павел его в этом упрекнул за такое как бы двоедушие или лицемерие, или, ну не знаю, как это выразиться. Но Павел пишет об этом в послании к Галатам, 2 глава, 11-12 стихи. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он
подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова, Иаков был епископ Иерусалима, то есть вот эти евреи, которые приехали из Иерусалима в Антиохию, ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. То есть тех христиан, которые были из иудеев, я вот неправильно выразился, это были христиане, но они были из иудеев, и у них тогда еще был спор, как относиться к тем, кто из язычества желает принять христианство. То ли их сначала под закон Моисея подводить, то ли их сразу крестить. Такой спор был. И вот смотрите, если бы авторитет Петра был такой, как главы церкви, на котором церковь стоит, непогрешимый Петр, прямо вот глава всех и вся, и наместник Христа на земле, то разве Павел посмел бы Петра упрекать, да еще вот так вот обвинять? Конечно же нет. И очевидно, что Петр во время своей земной жизни не пользовался таким статусом, который потом впоследствии ему приписали католики. А в 51 году состоялся, состоялся апостольский собор, где и был рассмотрен вопрос, как принимать язычников в церкви. И этот собор возглавлял епископ Иерусалима. Не Петр, а апостол Иаков. И вот как этот собор проходил. О нем рассказывает нам книга «Деяния апостолов», 15 глава. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, то есть уже довольно длительно шли прения, Петр выступил в этих прениях и сказал: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». То есть я вот проповедовал и так далее, и так далее. Я вот и вижу, что Господь дал им свидетельство, дал им Духа Святого, и поэтому вот Петр говорит, что их надо принимать. Если Господь им дал Святого Духа, нам ли их отвергать дальше? «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву Павла, рассказавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников». Петр замолчал, встали Павел, Варнава, теперь они рассказывают. «После же того, когда они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня“». Иаков, после того, как все умолкли, подытожил решение собора, этого собора. То есть Иаков, как местный епископ, возглавлял Иерусалимскую церковь и председательствовал на соборе. Конечно же, это вряд ли могло бы быть, если бы Петр был римским папой, если бы он был наместником Христа, если бы он был той главой церкви и тем камнем, на котором церковь стоит, конечно же, положение дел было бы не таково. То есть мы видим, что во времена апостолов у Петра такого статуса не было, и действительно этот статус приписали католикам в дальнейшем, впоследствии, когда для римских пап, римских епископов стал актуален вопрос борьбы за власть. Мы знаем, что церковь разделилась впоследствии на западную и восточную. Это произошло из-за того, что император Константин перенес свою столицу из Рима, где очень была сильна в то время языческая партия, где ему очень трудно было, поэтому как уже христианскому императору, перенес свою столицу в местечко Византии, и там возник город Константинополь. Я неверно выразился, Константин не был тогда еще христианским императором, он составлял протекцию христианству, он покровительствовал ему. То есть он, по сути, еще оставался императором язычников и даже верховным понтификом для язычников. Но по своим делам, по своему поведению, по своей мудрой такой политике, где он пытался избежать столкновения уже набравшего силу христианства и стареющего, но пока еще сильного язычества, чтобы его империя не вступила в эпоху гражданских войн, как это мы в последующие времена видели, да и сегодня история нам показывает примеры такого разобщения обществ, когда люди идут на кровопролитие, на междоусобицы. Вот император Константин, он был мудр. Он понимал, что язычество уйдет с исторической арены само, со временем, потому что оно не в силах будет спорить с христианством. Оно бессильно
против христианства, христианство превосходнее. Но пока что он еще был, не был крещен, пока что он еще не был членом церкви, но стремясь покровительствовать церкви, стремясь ее расширять и всячески способствовать распространению христианства, недаром он у нас именуется равноапостольным, император Константин перенес свою столицу в Византии. В город Византии это такое местечко на берегу современного Босфора, где впоследствии возник Константинополь и город Стамбул современный. Так вот, из-за этого в Римской империи получилось две столицы, старая и новая столица. Соответственно, и уже новая столица имела своего епископа, и уже этот епископ занимал положение столичного епископа. Но по-прежнему, традиционно, уже в дань традиции, из уважения к памяти Петра и Павла, пострадавших в Риме, все-таки римскому первосвященнику воздавалась всегда особая честь, и он всегда был первый по чести, не по благодати, а по чести. Его просто ставили в число первых при перечислении имен, как наследника кафедры, столичной кафедры, старой столицы. За период еще не разделенной церкви первого тысячелетия мы видим много примеров, когда римские папы выдвигали притязания на власть, пытались в церкви главенствовать. Ну, это было в разные эпохи по-разному, зависело от личности епископа римского. Кто-то был более властолюбив, кто-то был смирен, благочестив, даже святые были римские папы в эту эпоху. Но, тем не менее, эта тенденция борьбы за власть, борьбы даже за подчинение не только духовной власти под себя, но и мирской власти, то есть как бы еще и стремление заниматься политикой, поставлять королей или низлагать их, это хорошо прослеживается в эту эпоху еще до разделения, до формального разделения, раскола, которое произошло в 1054 году. То есть такие тенденции уже были, они нарастали, они были все сильнее и сильнее. И, конечно, греки всегда, имеется в виду византийская греко-православная восточная церковь, она всегда в этом католиков обвиняла, в этом их укоряла, в этом таком цезарепапизме. И всегда вот эти, через всю эту историю идут эти два обвинения серьезных католиков в филиокве и в примате римского папы. Но римский папа своим приматом, а впоследствии и догматом о непогрешимости, он породил и много других проблем. То есть в Римо-католической церкви возникли новые догматы, которые были зафиксированы авторитетом римского первосвященника, папы, как католики считали преемника Петра, имеющего власть и, в общем-то, наместника Христа, его церкви. Вот на таком авторитете это все было зафиксировано. И все эти догматы, которые впоследствии Римская католическая церковь ввела в свое вероучение, они все больше и больше разделяли Западную церковь от традиционно апостольской, восточной, где учение Христово, учение апостолов сохранялось неподвижно и неизменно. Почему такая тенденция в Западной церкви произошла? Почему так случилось? Дело в том, что здесь надо просто понимать, что Западная церковь следовала такой концепции. Поскольку церковь живет в Духе Святом, или, говоря другими словами, в церкви всегда пребывает Дух Святой, которого Господь послал в день Святой Пятидесятницы, то раз в церкви Дух Святой, то что церковь объявит нового, или римский папа от лица церкви что объявит, то есть истина, ибо это провещевал Дух Святой. Церковь православная, в отличие от этого, учила по-другому, основываясь опять-таки на том, что церковь живет в Духе Святом, и что в церкви всегда пребывает Дух Святой, православные говорили иначе. Именно по этой причине учение церкви меняться не может. Ибо Дух Святой, Дух Истины, который со дня Святой Пятидесятницы пребывает в церкви, именно Он провещевал еще во дни апостольские, и в наши дни одну и ту же истину. И истина, как и Дух Святой, неизменна. Итак, мы видим, что католики, следуя мнению о том, что учение церкви может меняться, как они говорят, совершенствоваться, они это учение видоизменили, а православные его сохранили в неподвижности, в неподвижности, в не,
неизменности. Вот и делайте отсюда выводы об истинности того наследия духовного, церковного, того учения, которое мы сегодня имеем, мы православные, и которому следуют западные христиане, католики. Другие различия, очень важное различие, которое прямо внесло тоже очень большие изменения в жизнь Западной Церкви, и это учение впоследствии породило такое явление, как Реформация, расцвет протестантизма на Западе, это учение о чистилище, о том, что Церковь обладает некой сокровищницей заслуг. Это заслуги, это, во-первых, заслуги Христа, который пострадал на кресте, умер на кресте, искупив своей честной кровью всех верующих в Него. И к заслугам Христа добавляются заслуги и святых. Рассуждают они очень примитивно в этом плане. То есть как бы так можно представить. Если человеку достаточно иметь плюсика, чтобы войти в Царство Небесное, то у святых, у великих святых, было плюсиков много. И эти плюсики, как бы они избыточные. То есть заслуг у них слишком много было, гораздо больше, чем это требовалось для вхождения в Царство Небесное. И вот этими их заслугами, этим избытком, как они говорят, сверхдолжными заслугами, вот этим избытком этой благодати, этих заслуг святых и распоряжается римский папа как распорядитель запасом сверхдолжных дел, сокровищницы добрых дел и сокровищницы заслуг, как они говорят. И, конечно же, когда папа распоряжается этими заслугами, то и появляется такое явление, возникает такое явление, как индульгенции. Ты согрешил, покайся, заслуг у тебя никаких нет. Но вот если ты совершишь нечто, то, что тебе церковь заповедует, то ты получишь за это индульгенцию. Например, сходи в крестовый поход за гроб Господень. Или пожертвуй копеечку на строительство храма. Или, допустим, какой-то там подвиг аскетический соверши. На коленях проползи какой-то четверной иконе, какой-то святыни. То есть такой какой-то подвиг совершит. Прочитай там столько-то молитв. И вот ты за это получишь индульгенцию. В честь заслуг Христа и его святых. Этой властью обладает только римский папа. И мы знаем, что именно индульгенции послужили причиной взрыва реформации, в частности, восстания Мартина Лютера, католического священника в средние века. Вот это явилось причиной. Но учение о спасении, которое в Западной Церкви было пронизано юридизмом, таким духом юридических взаимоотношений человека с Богом, как знаете, ты мне и тебе, значит, ты, Господи, дал нам столько и всего, и мы перед тобой должники. А вот если мы совершили, мы еще больше должники, мы оскорбили твою святость, мы должны теперь принести возмещение за это оскорбление твоей святыни, так называемую сатисфакцию. Вот тут-то возникает у человека потребность этих вот заслуг, которых не хватает. Так вы понимаете, такое юридическое понимание взаимоотношений человека с Богом. Я согрешил, я должен. Я совершил что-то святое, мне Господь должен. Ну, как бы так. И вот возникает такое понятие очистилище. Это состояние человека, которое, пребывая в чистилище, должен очиститься. Сколько он там будет пребывать после смерти, неизвестно. Может быть, год, может быть, миллион лет. Ну, в зависимости от того, какая в нем ущербность, какой в нем недостаток. В чем суть чистилища? Это такое состояние, когда человек уже и в ад не может быть отправлен Богом, потому что перед смертью, допустим, он покаялся. Но добрых дел не имел, вот, допустим, разбойник, перед смертью покаялся. Покаяние есть, в ад ему нельзя. В рай ему тоже нельзя, потому что и добрых дел нет. Нет в нем святости. И вот ему должно поэтому пребывать в чистилище, пока, наконец, он там не очистится в каком-то очистительном огне, и тогда не войдет. Он должен пострадать, помучиться, и тогда он войдет в Царство Небесное. То есть он своими страданиями как бы принесет Богу возмещение за те грехи, которые он совершал, сатисфакцию. И так вот просто, примитивно, и следуя такой человеческой логике и юридических взаимоотношений человека с Богом, поступило католическое богословие
изобретя учение о чистилище. Некоторые задают вопрос, а вот наше православное учение о мытарствах, оно не похоже ли на учение о чистилище у католиков? Конечно, нет. Дело в том, что, во-первых, православная церковь не имеет такого учения о мытарствах, как догмат. Есть благочестивое предание, известно некое видение благочестивому человеку, так называемое мытарство блаженной Феодоры. Но церковь никогда это не вводила в догмат, в предмет веры. Это как благочестивое верование, которое помогает нам, человеку, как бы так прочувствовать на понятных для даже примитивного религиозного сознания, на примерах представить, как душа будет трепетать и мучиться от своих грехов перед судом Божьим. Здесь не говорится о том, что пройдя мытарство, пострадав, испытав этот трепет и ужас, эти мучения, ожидания суда Божия, эти истязания от бесов, которые «вот ты наш, иди сюда, ты согрешил». Вот. Никто в православии не говорит, что пройдя это все, ты чистился и идешь в рай. Вот в этом большая разница. Во-первых, это не догмат вероучительный у нас. Во-вторых, никто не говорит, что через мытарство человек очищается и пребывает в неком чистительном огне, как там у католиков в учении о чистилище. Также догмат о непорочном зачатии католики приняли. Непорочное зачатие – это не то зачатие, которое было Духа Святого и Девы Марии, благодаря которому родился в этот мир Спаситель. Нет, речь идет о том, что сама Дева Мария, Пречистая Богородица, она родилась в этот мир, уже будучи непорочно зачатой. Что это значит? Освобожденный от первородного греха. Что это значит? Это значит, что она от родителей своих Иоакима и Анны восприняла природу человеческую неповрежденную. Дело в том, что первородный грех – это не вина человека, грех Адама. Это некое духовное, греховное повреждение нашей человеческой природы, которая стала падшей, которая стала смертной и которая стала испытывать страсти, то есть страдания. Ведь Адам до грехопадения страдать не мог. И эти страдания мы от Адама наследовали. Вот поэтому любой человек, рожденный от Адама, принимает на себя от рождения, от отца и матери, природу Адамову. Поэтому он страстен. В нем есть страдания. Этот человек поэтому смертен. Вот католики говорят о том, что Божья Матерь была изъята из всего человечества в честь будущих заслуг Спасителя, изъята таким образом, что она родилась, будучи уже зачатой непорочной, то есть без греха, без первородного греха. Этот догмат родился в стремлении возвеличить, дать больше почета Пречистой Божьей Матери. Но на самом деле он служит не ее прославлению, а даже как бы он говорит нам о том, что Матерь Божия не испытала борьбы со страстями, не пережила борьбы с грехом, как любой человек, вообще любой человек, не оказалась победителем греха, в результате которой стала такой чистой девой Богородицы, в результате которой стала такой чистой голубицей, такой чистой порослью, через которую пришел этот мир Спаситель. Вот как бы это учение о непорочном зачатии и принижает личные заслуги, если можно так выразиться, если говорим о заслугах Божьей Матери. Она уже была без греха. Ну, спрашивают некоторые, а как же, вы же православные тоже говорите о том, что она честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, то есть выше ангелов даже. Да, мы так говорим. Но дело в том, что Матерь Божия, пребывая в храме с детства, выросла в такой чистоте, что именно она за эту чистоту, за то, что в ней грех не расцвел, грех, заложенный еще Адамом, который, в общем-то, в природе человеческой был, и в ней тоже был, он не смог расцвести и развиться с тем, чтобы в ней явились какие-то грехи человеческие, наши обычные. И именно за это Господь ее избрал и послал ей Духа Святого, чтобы этот сосуд чистый осветить для воплощения Сына Божия и нашего Спасителя. Вот как учит православная церковь. Ее чистота была освящена, дополнена чистотой Духа Святого для воплощения Сына Божия. Но эта чистота была плодом ее родителей, ее благочестивой жизни при храме,
ее, ну надо так понимать, непричастность к греху по ее святой воле, по ее борьбе со всякими прилогами, соблазнами от врага, от дьявола, от греха. Вот как мы учим. А не так, что она, дескать, родилась в этот мир, уже к греху не причастна. Потому что если хоть какой-то человек может быть изъят из области действия греха и смерти, вот как католики учат про Божию Матерь, то тогда почему же нельзя и остальных людей было бы изъять из этой области без смерти Спасителя на кресте, без его жертвы, без его этих страданий на кресте, где он искупил весь род человеческий, где победил власть смерти и власть дьявола. Католики говорят, Матери Божией непорочно была зачата в счет будущих заслуг Спасителя. Посмотрите, опять такое юридическое отношение. Вот в честь будущих заслуг, вот как бы в кредит как бы. Ну, конечно же, все такие отношения человека с Богом по католическому пониманию, такие, знаете, проникнутые юридизмом, они, конечно, никак не могут приниматься нами, православными. Этого нет в Священном Писании, мы этого не видим там нигде. Этого нет у апостолов, этого нет в традиции церкви, святых отцов, этого никогда не было. Но такая тенденция именно для западного мышления, для латинства, которое все-таки имело наследие и римского права, которое именно там родилось, это право в Риме, и это наследие имело очень сильное влияние на умы людей. И вот такое мирское законничество, оно и было, к сожалению, как трафарет наложено на церковное учение, на церковное понимание таких добростроительных тайн Божьих, которые ведут человечество ко спасению. Западная католическая мысль богословская, она вот так вот, вот с такой тенденцией пошла развиваться в плане понимания юридизма во взаимоотношении человека с Богом. Были и другие споры между православными и католиками. В чем православие обвиняло католиков? В том, что они используют облатки. То есть хлеб евхаристически пресный. В Евангелии сказано, что Христос взял хлеб, артос. По-гречески это артос. А о пресноке по-гречески это азимус, по-моему. Вот не помню. Хлеб, артос. Да, азимас. Азимас. В Евангелии написано артос. В аргументации своей традиции использовать для причащения о пресноке, пресный хлеб, католики приводят такой аргумент, что вечеря, тайная вечеря была совершена Спасителем незадолго до еврейской Пасхи. И к еврейской Пасхе в домах все квасное должно было быть уничтожено. Дескать, уже хлеба нигде нельзя было взять в этот момент, и поэтому Христос наверняка взял пресный хлеб. Не квасной, не такой, который у нас сейчас, дрожжевой, вот квасной хлеб. И значит, он использовал не артос, а азимас. На самом-то деле, конечно, это только предположение. Это совсем не факт. В Евангелии прямо говорится артос, во-первых. Во-вторых, Христос посылал учеников для того, чтобы приготовить место для тайной вечери, сказал им и то, что приготовить для этого прощального ужина, для этого прощальной трапезы. Об этом тоже не говорится в Евангелии в подробностях, но возможно, что Христос им дал указание, чтобы на трапезе был именно хлеб. Ну и еще что можно возразить католикам, это то, что все-таки тайная вечеря состоялась не в день иудейской Пасхи, и хлеб еще в этот момент вполне мог быть на столе учеников. Вопрос как бы, наверное, несущественный, не такой уж важный. Но поскольку католики это догматизировали, что именно пресный хлеб должен быть, то, конечно, это явилось тоже предметом разделения, споров, упреков со стороны греков в сторону латинян. Также еще мы знаем, что католики причащают мирян под одним видом, то есть под видом только тела Христова, но не под видом крови Господней. И если мы вспомним тайную вечерю, то там Господь взял хлеб, благословил его, преломил, осветил и подал ученикам со словами: «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое».
восстановление грехов. А потом взял чашу, благословил ее и подал со словами: «Пейте из нее все, все есть кровь моя Нового Завета, за вас изливаемое восстановление грехов». То есть, смотрите, пейте из нее все, все. У католиков крови Христовой причащаются только священники. Ну, мирянам дают облатки, дают только тело Христово. Почему они так сделали? Как они имели смелость изменить это? Какое имели право? И ведь на Тайной вечере было не так. Ну, они поступили так. И это тоже послужило предметом для пререкания, для разделений, для споров, для обвинений Римо-католической церкви. И так православное богословие сравнительное, рассматривая все вероучение католиков, приходит к выводу, что католики и церковное учение изменили, и все церковные таинства повредили. Да, нас с католиками связывает очень много. Общие истоки. Мы с ними были в одной церкви. Это церковь апостольская, соборная, вселенская. Это церковь, которая имеет происхождение самого Христа. Это церковь, которая имеет благодать Святого Духа со дня Святой Пятидесятницы. В этой церкви есть священство, чего нет у протестантов. В этой церкви есть таинства благодатные, чего тоже нет у протестантов. Но католические таинства были все повреждены. Например, формулировку крещения «крещается раб Божий» такой-то. «Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, Святого Духа, аминь». Католики изменили на другие слова. «Я крещаю». «Крещается» было. Они изменили «я крещаю». Единственное, что я скажу, что когда католики приходят в православие, то мы их заново не крестим. И даже если католический священник становится православным, ему могут оставить его священный сан. Почему так мы поступаем? Не потому что признаем, что можно и у них совершать таинство, можно и у них участвовать, нет. Но на первое место ставится вопрос присоединения к церкви. То есть вхождение в церковь – это самое главное. А форма вхождения, будь то крещение или будь то покаяние, как мы католиков принимаем через покаяние и миропомазание. Форма вхождения в церковь – это вопрос второстепенный, а первостепенный, что человек соединился с церковью, пришел к церкви. Поэтому обряды и чинопоследования, такие службы, богослужения, посредством которых инославные приходят и становятся членами церкви, они разные. По-разному и католиков, и протестантов принимают в церковь, и даже иноверцев принимают уже другим чином, там, конечно, только через крещение. Но все-таки на первом месте стоит то, что человек становится членом тела церковного, тела Христова. И это на первом месте. Форма, каким образом человек входит в это спасительное тело благодатное, это вопрос второстепенный. Католиков поэтому у нас не принято перекрещивать, ну, потому что вот такая у нас сегодня традиция, такое положение дел. Как нам относиться к католикам? Конечно же, прежде всего надо сказать, что католическое христианство, оно наиболее близкое нам. Они ближе всех. Из всех христиан, из всех, кто верует во Христа, верует в Его спасительную крестную смерть, Его воскресение, из всех их, этих людей, которых мы называем христианами, то есть кто Христа признает Сыном Божьим, Спасителем, вот из всех них католики нам ближе всех. Но вместе с тем они совершили такой раскол в церкви, они так изменили католическое вот свое учение христианское, что, конечно же, мы никак с этим согласиться не можем. И именно это мешает нам быть с ними вместе. Да. Мы всегда молимся о единстве верующих за всех верующих. Некоторые думают, что молиться за католиков или там за кого-то еще это греховно. На самом деле, вы знаете, это прошение звучит каждый день на литургии божественной, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, и соединении всех. И Христос так молился. Отче, да будут они едино, как и мы едино. Вот есть такие слова у Спасителя, когда Он молится. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня. Да будут едины, как Мы едины». Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, первосвященническая молитва Спасителя. Так вот, сегодня, когда кто-то упрекает о том, что
патриарх молился о единстве христиан во всем мире. И это вызывает даже упреки патриарха, что он, зачем он так делал, так молился. Так церковь всегда молилась и будет молиться. И Христос так молился. Его воля была, чтобы мы были едины. И то, что произошло, это трагическое разделение, когда западная ветвь христианства ушла из православия, ушла из этой благодатной апостольской веры, конечно, это не может переживаться нами, так знаете, спокойно. Это их проблемы, пусть как хотят, так и спасаются. Мы за них поэтому, конечно, тоже болезнуем, что они разделили Церковь Христову, отделились от Святого Православия, исказили вероучение Христово и апостольское. Мы за них молимся. И диакон на каждом богослужении литургическом провозглашает и за всех, и за вся, за всех. Ну, безыменно, мы же не говорим, что еще помолимся о католиках там, или о протестантах. Но это молитва все-таки за всех. Когда сегодня наш святейший патриарх встречается с римским папой, когда он вступает в какие-то переговоры и занимается какой-то церковной дипломатией на своем уровне, как первый иерарх, как представитель нашей церкви, он действует в рамках своих компетенций и своих полномочий. Именно ему дано возглавлять церковь, представлять ее, возглавлять ее во внешних отношениях. И поэтому патриарх поступает так, как ему законом церковным, как ему по его сану и поступать дозволено и полагается. Мы должны доверять своему патриарху. Мы называем его отцом. Во время Великого Входа мы говорим о великом господине, отце нашем, святейшем патриархе московском. Мы называем его отцом. И при этом удивительно, что, называя его отцом, некоторые позволяют его критиковать себе. Что такое указывать на недостатки отца? Недостатки отца? Это хамство. Это грех хамов. Это открывать его наготу пред всем миром, как поступил хам. Это осуждено Священным Писанием. Так не должно поступать со своим отцом. Мы должны ему доверять. Мы, наоборот, должны его прикрывать от стрел, которые пускают нашего патриарха мир неверующих, мир раскольников, мир этих самых еретиков, тех людей, которые церковь разделяют, которые сегодня тоже хотят церковь разделить, разорвать святого православия. Есть такие, мне об этом написали в интернете, даже священники, которые перестали патриарха поминать. Что есть священник, кто он и есть, который перестал поминать своего патриарха или своего епископа? Это и есть нарушитель церковной присяги. Это клятвопреступник. Потому что он на кресте Евангелия приносил присягу церковную быть в послушании церковной иерархии, соблюдать церковные каноны. Не ему, этому священнику, дана власть судить патриарха, а лишь собору. И только собор может патриарха осудить и не сложить. Что, кстати, недавно было вот на моей памяти в Иерусалимской церкви, когда собрались патриархи, митрополиты, вселенские православные, составили такой собор и на этом соборе вынесли суд Иерусалимскому патриарху и сняли его с должности, своего патриарха. Вот собор это может сделать. И только собор может признать патриарха еретиком. И если патриарх даже и имеет какие-то грехи, даже, допустим, в плане ереси, да, то это его личный грех, который не простирается на всю церковь. Ибо он сам лично церковное вероучение изменить не может. И никогда этого никакой собор не допустит. Даже, повторяю, если бы патриарх ушел бы в какую-то ересь, там, в какой-то, знаете, какой-то конформизм с католиками. Во-первых. Во-вторых, все-таки, дорогие мои, мы люди верующие. Мы каждый день читаем символ веры. Мы веруем во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, в которой пребывает Дух Святой. И мы знаем, что Господь ухождение церкви от истины не допустит. Господь в церкви своей пребывает всегда. Господь церковью правит. Христос в церкви. Поэтому тот, кто перестает патриарха поминать, тот, кто перестает причащаться, якобы из-за того, что церковь теперь безблагодатна, кто теперь из-за этого ходит из церкви, эти люди идут в погибель. И вас, дорогие мои, призываю не следовать за ними, за людьми ослепленными. Может быть, завтра они покаются, может быть, они завтра осознают ошибку свою, какую-то вот горячность
принятого ими решения. Но то, что они сегодня сеют, семена раздора, семена сомнения, семена недоверия нашему патриарху, это, конечно, такое зло, такие сорняки, которые потом они сами уже, эти люди, даже если покаются, выплатить не смогут. Поэтому не будем собирать угольные главы, не будем внимать их таким раскольническим речам, которые, в общем-то, облечены в форму ревности о чистоте православия. Будем доверять своему патриарху, предстоятелю, нашему архипастырю, возглавляющему церковь. Будем ему доверять, будем за него молиться, будем каждый на своем месте оставаться православными, держаться Святой Матери Церкви, и только таким образом будем идти путем спасения. Вот что, дорогие, я хотел вам сегодня рассказать, как нам относиться к католикам, как относиться, конечно, к людям, которые исказили христианское учение, учение Христово и учение апостолов, исказили, и которые поэтому ушли из церкви, но которые все равно нам являются братья, хоть и заблудшими. Только поймите правильно меня, не обвиняйте меня в том, что я филокатолик. Поймите правильно, если я осуждаю пьянство, то алкоголика я могу при этом все-таки любить, назвать его братом? Конечно, могу. Я осуждаю его пьянство. А этот грех мерзок перед Богом и перед нами. Но сам-то человек. Его Господь только судить будет. Поэтому братья ли нам католики? Братья. Заблудшие. Потому, как их научили, когда они родились в этой католической среде. Потому уже религиозному мышлению, которое они восприняли, доверяя своей католической церкви. В этом плане, может быть, не их личная вина в том, что они в католицизме пребывают. Но, тем не менее, вот так судьбы неисповедимые Господни допустили такое. Допустили, да. И вот эти люди находятся вот в таком состоянии. Как их Господь будет судить? Не знаю. И не наше это дело. Это Божий суд. Не нам выносить им суд. Мы только выносим суд о том, что учение католическое, оно, конечно, искажено. Оно привнесло в христианство, истинно православное христианство привнесло очень много искажений. Тех догматов, которые мы не можем принять как наследие апостольское, как действительно то, что восприняли от Христа. И вот с этими искажениями, с этими ошибочными их верованиями, конечно же, мы никак примириться не можем. А те, кто боятся, а вдруг вот сегодня объединится Церковь католическая православная, могут успокоиться. Потому что, к сожалению, подчеркну, к сожалению, никогда такого объединения не произойдет. Ибо для того, чтобы католики соединились с православными, им нужно было бы признать все свои заблуждения, начав с того, что римский папа не может быть выше соборов, не может быть выше церкви, не может себя именовать непогрешимым. Не может. Не может. Не может на себя такое брать. Не может. Да. Ну, а мы от своего православия тем более никак не можем отступиться. И вот поэтому такое разделение, к сожалению, оно есть, оно и будет. А как Господь будет судить уже это? Ну, на то Его святая воля. Всем вам желаю быть в добром здравии, дорогие мои, и оставаться всегда в святом православии и по духу, и по мысли, и по учению, и по жизни.